жардым шетін құлайма деп, өшпедім марықтан сулайма деп. Қорқамын дос болуға жаман менен, тар жерде ер тоқымын сұрайма деп. Қыздар бұл дегеделді өтіп барат өмір хұр-хұр. Армысыздар, құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгін Чесно кезек бағдарламада сіздерді көргеніме біз өте қуаныштымыз. Бүгінгі студиямызда Канат Тасибеков және де Слава Неруш. Ну, как вы поняли, я устал, если честно, снимать уже чесноки. Скорее всего, что дальше у этой программы будет новый ведущий. Но это мы так шутим. Привет, интернет. Сегодня мы решили поговорить вот с этим замечательным парнем, потому что когда мне рассказали, что человек, ну, как в совершенстве, не в совершенстве. Кстати, вопрос о совершенстве. Почему позвал сегодня Коньяке? Потому что все знают в интернете, и не только за его пределами, что Коньяке это, ну, уж он точно разбирается и может оценить знания казахского языка, собственно, Даниэлем. Потому что, ну, я там вот, в принципе, даже понимаю многие вещи, что он говорит, но мне хотелось бы вот от вас, как говорится, как от эксперта, он вообще вот насколько... Слава, это такая подстава, мне кажется, сейчас наоборот будет Даниэль меня экзаменовать, мое знание казахского языка. Серьезно? После того, как он спел, вот, я еле сидел, да, хотел сказать, ой, негодяй, да, шап! Ну слушайте, подождите. Не-не-не. А у нас очень много людей, кто, знаете, выучил там, я не знаю, у каждой живой команды, которые работают у нас на тоях, на свадьбах, у них есть репертуар, ну, я не знаю, 10 казахских песен, которые они поют хорошо. Но, насколько я понимаю, это вот у нас другая ситуация, да? Даниэль, как долго вообще ты учил казахский язык, скажи? На протяжении 5,5 лет так. Я конкретно углубленно занимался казахским. Это причиной тому стало знакомство с моей будущей супругой. Вот так. То есть, да. А сейчас в данный момент получается, что ты женат на казашке? Да. Вот так. Уже сколько лет? 5,5. А, женат 3 года. Так в смысле, подожди, она тебе как сказала, что пока на казахском не заговоришь, никаких типа шансов у тебя нету, да? То есть я замуж за тебя не выйду. Это было моим личным желанием. Она мне ничего не говорила. Я с ней познакомился, и немножко трудностей было с контактом. Я понял, что мне нужно учить казахский язык, чтобы с ней как бы... Давайте... Казахша сөйлей... Орысша сөйлей алмайтын қызды қайдан таптың? Шымкенттік ме? Жоқ. Өзіміздікі. Я маловодныйдан болдым. В смысле? Ты с маловодного жена, да, получается? Да. А, вообще. Вы коньяке на казахском жили? Казахша сөйлейтін ой, да? Әрине. Ол басы ішінде тек қана казахша сөйлеп жатыр. Ой, налайын, жақсы. Не, үш жыл болды, нені бірге от басы құрватқандарыңа. Балаларың бар ғой? Иә, әрине. Мен бір нәрсе сұрайын. В смысле, дети есть, да? Я вот, смотрите, я все понимаю. Он говорит, конечно, әрине, я знаю, что такое. Сколько детей? Екеу балам ба? Қызбенул. Две девочки. Қызбенул. Один мальчик и один девочка. А, о, жарайсын, Даниэль, молодец. Слушайте, вы между собой разговаривайте на казахском языке, потому что я, оказывается, тоже все понимаю. Вот. Я вот один хочу вопрос задать. На казахском Даниэль, языке. На казахском. Тіл оқу барысында, қандай оқулықтарды оқыдың, қандай әдістемені қолдандың, әлде былай үйрендің ба, жай адамдармен сөйлесіп? Иә, адамдармен сөйлесіп. Мен бір оқулық сатып алдым Миламанда. Ол өздерін үйретеді. Өзім сабақтарын көріп. Люди, слушайте, я не устаю, радуюсь. Во-первых, смотрите, я радуюсь двум вещам. Во-первых, я все понимаю. Вы сейчас у него спросили, ты где вообще казахский язык учил? Вот, он говорит, я пошел в Миломан, да, давай дальше продавай. Слушай, он былай ойын. Қандай ережелерді білесің? Махал мен мәтелде? Жо, ереже дегенді білмейді екесің. Септік дегенді білесің бе? А, иә, әрине. Қандай септіктер бар? Атау септік, ілік септік, табыс септік, жалғыз септік. Ережелерді жаттадың ба?
Нені? Ереже, Салас, құрмалас сөйлем дейді. Жоқ. Я просто вот одну вещь хочу сказать, что я вижу, как бы, на мой взгляд, Даниэль выучил язык вот именно вот по моей методике, ну, вернее, это методика, ну, как, которую как бы я вот пропагандирую. Ну, там, короче, есть одна нормальная методика, по которой можно выучить. Да-да-да, что не надо углубляться как бы в это, в дебри грамматики и так далее. Надо говорить, вот, оля-оля, дана была сын, сури-сури, чем была сын, дедва, да-да. Вот. Для того, чтобы научиться говорить, надо говорить просто, надо практиковать. Ну, правильно. Люди так учатся. Конечно. Например, я говорю, что, там, предположим, я поехал в Индию и только вот вышел на вокзале, и меня парень подходит и говорит, купи тапочки, ну, как парень, да. Мальчик там 6 лет ему, да. Там, 5 лет, говорит, купи тапочки, говорит, всего там 10 рупий пара. Да. Вот как я вам как сказал, вот таким образом. Я чуть не упал, думаю, насколько говорит хорошо. А потом, оказывается, ну, эта вещь, которую он тапочки продает, вот эта вещь прекрасно говорит. Потом дальше разговаривать. Нет, ну правильно, да. Да. То есть для того, чтобы научиться разговаривать, нужно вот в нужных вот этих ситуациях, я тоже вот сейчас Даниэль, предположим, он когда говорит про семью, я думаю, хорошие темы, ну как бы откуда ты, значит, правильно? Да. Значит, нет, ну давайте, давайте его качнем на какую-то другую там, вот которую по вашему сценарию он должен не знать. Самое, вот давайте самое. Просто вот заради интереса. Блин, именно вот. Я пока за чайком бегаю. Мен сіздің ұлыспыңызды жадында тоқымай қалдым. Я это... Қайталап айтасыз ба? Слышите, Жигитар, извиняюсь, килин конеруш. Чай сейчас. Ұлыспыңызды жадында тоқымадым. Тағы бір рет айтып жібереміз. Жаным туралы. Жоқ. Ұлыспыңызды. Не ұлыспыңызды. Все, поплыл, да, кажись? Да. Потому что, ну, видите, дело в том, что я его спросил, я вам сказал, я запамятовал, как вас зовут. Жад – это память. Жадна току – это, ну, запомнить. Нспы – это второе, вот, ну, есть имя, как бы, у человека. Это ад. Сызын атынызгым. Это, ну, атын Даниэль, да. Сызын наспынызгым – это просто, ну, синоним этого слова, как бы, то есть… Не то он, есть уже как только мы зашли на литературный левел. Да, потому что у казахском языке огромное количество синонимов. Вам первому конечно. Вот я невысокого роста. Вот, да, коптя сюзерну баламаларва. Вот я невысокого роста сам. Как вот думаешь, да мне, я на ты буду ничего, мы как бы гораздо старше тебя. Ты, наверное, как бы сыном моим где-то ровесник. Вот. Синонимов слова, которое обозначает человека небольшого роста, сколько, как ты думаешь, казахский язык? Казах-тюнгель. Я казах-тюнгель. Эти не свадьбу вести, понял? Как сейчас он близко? Ну, а кішкентай там не девай тасын. Кішкентай, бойы. Бой узнемец. Бой узнемец. Не, ну он все равно крутой, смотрите, уже 42 знаю. Я вот кішкентай тоже знаю. А вообще 58 где-то, вот которые я сейчас на сегодняшний момент есть, 58 слов, которые обозначают это. Вот. То есть, как бы, это небольшая, как бы, ну, вернее, большая трудность казахского языка, огромное количество синонимов, да, вот. Вот я вот предлагаю, и предположим, он знает, как атынызгым, как вас зовут, да, предположим, да. А уже в сторону, но с пынызгым уже он, как бы, ну, это редко используемое имя, поэтому надо, как бы, немножко вот язык стандартизировать с тем, чтобы такие, предположим, люди, как бы, как вы могли вот там научиться. Вот это лучший учебник в стране. Который нужно учить, чтобы тебе перейти на след. Его написал вот этот человек. Я тебе, у нас же это интервью серьезное. Понимаешь, ты думал, как, сейчас приду я к девушке, которая по-казахски ничего плохо разбирается. А я пригласил, я пригласил тяжелую артиллерию. Вот, я тебе, я думаю, ничего подаю. Я напишу, я специально принес его, как бы, вот, гостю сегодняшней программы. Там их, на самом деле, две книжки, вот, в смысле, два тома. И тебе надо обязательно, одну тебе подарят, вторую сам купишь, ничего страшного. Не, здесь как бы надо степ-бай-степ. Ну, сперва первую книжку, пока вот вторую. Это, ну, нет, правильно, потом как дойдет, то есть, как это, мы можем через полгодика тебя еще раз позвать и посмотреть, что-то там опять. Ну, вот, махал матильдер девай тумы, слова, ну, пословицы, поговорки там и так далее. Я. Мен білем енді мақал мәтелдер өте жиі қолданады да қазақ тілінде. Жиі қолданады әр ахуалдарда. Сен қандай мақал мәтелдерді білесің? Айтшы. Мысалға мен әйелімнің танысқаннан кейін бір мәтел үйрендім. Жақсы әйел жаман еркекті хан қылады. Так. Ас атасы нан болады.
Мал кедейлігінен ақыл кедейлігі жаман. Қандай-қандай терең нелерді? Себебі мен сыртқа шыққан кезде қалымен сөйлесуге, мысалы біреулер мен туралы жаман ертектер айтаватыр. Олар ойлап тұр, мен түсінбеймін. Бірақ мен жауап осы мақал мәтелі айтқан кезде олар ұялып жүр. Ал енді түрі басқа адамның, қазақша түсінетін адамды білесің бе қалай айтатын? Қалай, не деп айтады ол? Аққұлақтар. Жо-жо-жо-жо. Тесік деген білесің бе? Бас тесік деген білесің бе? Бас. Басына тесік сияқты. Жо-жо. Но басқа ұлттың адамы, қазақша түсінетін адамды, қазақтар айтады бас тесік бұның. Бас тесік. Мен, мәселен, мен Слава екеуміз әңгімелесіп отырамыз ғой. Мен Славаға айтып отырамын. Даниэльді байқа, Даниэльдің басы тесік. Бұл сенің басында тесік бар екен емес, сен қазақша түсінет деген сөз. Бұл қазақтар сөйтіп айтады. Сондықтан байқа, қазақ бір-біреуіне айтса, адам басы тесік десе, анау бас қалыптың адамы қазақша түсінет деген сөз ол. Көрдің бе? Дұрыс. Жарайды, қандай тағы қандай мақал ма? Тағы білім теңіз, мектеп, меке. Мектеп анау. Вот-вот, я тебе еще раз говорю, тут все ее. Че-че-че-че. Кеме. Мектеп кеме. Мектеп кеме. Білім теңіз, мектеп кеме. Сосын, андай басқа. Мынау, мен жерде мынандай мақалдарды жаттау керек, негізінде. Менің методика, менің әдістемем. Мынау, мәселен, анау кеме дедің ғой. Өмір айдын көл, заман соққан жел. Алдыңғы толқын ағалар, кейінгі толқын інілер, кезегімен өлінер, баяғыдай көрінер деген сияқты. Бір қаза болады ғой, қаза оқырын. Сонда кездерде айталтын нәрселер. Менің методикамның несі, әртүрлі бір ақуалдар болады ғой. Той, туған көн, сау кесер, сонда бір айтылатын мақал-мәтелдер бар. Соңлар жаттап алу керек. Мен соны білу алу керек, сосын барған жерде соны қолдануға болады. Сонда ғой енді? Дұрыс. Вот видите, он там понимает все, что вы говорите. Какой у него уровень? Вот с вашей точки зрения казахского. Я не знаю, как у него уровень прекрасный. Если сравнивать с моим, то это, я не знаю, 1500 левел. То есть ты вообще крутой, молодец. Слава, я просто счастлив. Вот казаху что нужно для счастья? Когда человек другой национальности говорит на казахском языке, это вот все. Нет, так для казаха это счастье. Коньке, мы с вами сколько раз обсуждали, что я когда был против, я наоборот всеми силами. Он говорит, я просто сижу, радуюсь. Просто, я эту тему, вы знаете, я всегда не боюсь о ней говорить и считаю, что наоборот нужно говорить. Да? И вот такие примеры, как Даниэль, я считаю, что они очень полезны, их нужно показывать. Пускай люди видят, но... У меня еще такой вопрос, а ты вообще чем занимаешься? У тебя какая, основная профессия? Да, какая? Искусствовед в Жургенево. Все, чувак, я хочу от тебя ребенка. Смотри, он еще искусствовед. И что там, а это на каком это? Магистрат. Что здесь удивительно? Вот то, что он по-казахски говорит, это удивительно. А то, что он искусствовед, меня абсолютно не удивляет. Ничего подобного. У нас, 80% страны, это юристы, финансисты. Кто там еще там, эти тендербеки и прочие исты, понимаете, что у нас очень много искусствоведов, это поверьте, в наше странное... Правильно, что в милицию или в суд не пошел. Это было немножко бы интересно. Или в ГАИ там. Прокурор, да, Бастандыкского района. Это казахские специальности. Да, то есть это, наверное, не нужно. Нет, это также удивительно, Коньке. Почему? Потому что ты зачем хочешь стать искусствоведом? То есть ты что? Я связан с искусством. Ты тендер должен выигрывать. Зачем тебе искусство?
У меня профильный предмет фортепиано. Бакалавр я по нему закончил. То есть ты в смысле у нас еще и на фортепиано играешь? Да, да что же это такое? Это сегодня я не могу, товарищи! Это нереально. Слушай, Слава, я опять я не вообще не понимаю ваше удивление, что он играет на фортепиано, и то, что он как бы этот самый. Самое удивительное во всей его личности, это то, что он на казахском говорит. Вы думаете? Конечно. Подождите, вы играете на фортепиано? Нет. Ну я тоже не играю. Фига нам не удивиться, что он умеет играть книги. Вот. Нет. Для меня, я объясню, у меня есть полтора класса баяна, вот, который я, как все нормальные люди, торжественно бросил, научившись играть «Дунайские волны». Те люди, я объясняю, те люди, которые закончили этот класс, научились играть там еще хотя бы что-нибудь, кроме «Дунайских волн», всегда вызывают у меня неподдельное, как сказать, ощущение. Почему я удивился, что он пошел работать на искусствоведа? Потому что я, когда закончил Академию внутренних дел, папа меня туда, вы знаете, за плохое поведение упек, я тоже хотел, наверное, быть искусствоведом, но мне стало страшно быть искусствоведом. Понимаете, он не боится быть искусствоведом в сегодняшнее время. Понятно, что... я просто немного неправильно понял, я подумал, может быть, ну, вы подумали, ну... Даниэль, вот он как бы внешность. Ну, нет. Он должен быть или профессиональным боксером, или бегуном нет, там на линии дистанции, или там вообще на плантации работать и так далее. Абсолютно не в этом контексте. То есть, еще раз говорю, люди, которые овладели круто инструментами, у меня вызывают восхищение. Люди, знающие несколько языков, у меня вызывают восхищение. Почему? Потому что все, что я не умею. Вот вы написали книгу, которую люди за деньги покупают с огромным удовольствием, в магазинах ее ищут. Вы вызываете у меня неподдельное уважение и мое восхищение. Кстати, ваша книга решили не печатать? Почему? Я ее опубликую пока в электронном виде. Ну как пока, а потом кто ее будет покупать бумажно? Ничего страшного. Там, я посчитал, там все равно денег никаких не заработается. Вот. Так что, видите... Слава написал книжку тоже, с вами разговаривали. Да, нет, я ее пока в открытый доступ выложу, там посмотрим. Там следующую, я не знаю, как пойдет, ничего страшного. К Даниэлю вернемся. Сейчас сколько лет? 25. И Жургеневку уже закончил ты? Или в этом году заканчиваю. В этом году заканчиваешь. Это у тебя в дипломе что будет написано? Магистрант. Чего? Искусствоведческих, да? И вообще интересно, ты на стационаре учишься каждый день туда, или заочно? Ну, сейчас она на втором курсе как бы заочно, потому что идет работа с диссертацией, я прихожу... То есть ты диссертацию сейчас пишешь? Красавчик просто. Вот вы говорите, что ты удивляешься. Я не писал диссертацию ни разу в жизни. И те люди, которые пишут диссертацию, меня вызывают пиетет. Вот понимаете, ну что мне делать теперь? Вот, надо радоваться таким людям. Сколько у нас? У вас много знакомых? У вас, наверное, много знакомых, кто пишет диссертацию. Вы сами доктор, да, по-моему? Ну, блин, доктор, по-больному доктор. Я не защитился докторскую. Ну, так и писали. Нет, в докторантуре я был, да. Ну, вот, да, вот, понимаете, вот, понимаете, один сидит, пишет диссертацию, второй доктор. Ну, он как бы... Нет, и они говорят, конечно, им надо теперь не удивляться. А вот я удивляюсь, что тебе мне делать? Можешь вот сейчас взять Дом.ру, да, и вот с твоей точки зрения, сейчас по самочувствию можешь вот какой-нибудь тоже еще один куплетец нам сыграть, вот и спеть? Казахшабидиди. Конечно. Вот он сыграл же? Да. Значит, когда вот еще раз хочешь послушать, это как бы такая вот стандартная формулировка, надо говорить джуппосы. Джуп. Ну он знает, да? Давай. Когда вот, например, чат знает, слышишь, сыграл и хочешь... Типа на бис это, грубо говоря. Да. На бис. Джиппосын. Это Казахстан, не говорят там. Казахстан это тагбрет, айтып жибер, тагбрулен, айтшы. Джиппосын. Значит, сыграй еще. На бис. Болсын. Джиппосын, да. Джиппосын. Пускай будет пара. Давайте. Джиппосын. На пару я перед тем, как сыграть, хочу вам предложить послушать то, что... Я собственное сочинение. Получается два стиля. Ты еще и на казахском языке сочиняешь? Битбокс. Uh-huh. Нет, современный стиль битбокс я с игрой на домбре вот совместил. Uh-huh. Музыкальный, да, стиль. Да, ритмический. Ну давай. Yep.
Да. Нет, а кюй отдай умеешь? Арини. Гони. Вот я вот это вот я. Вот это то, что он сыграл, это может по чесноку так сильно ударить. Найдутся обязательно люди, которые скажут, это же извращение, как бы. Не, если честно, вот я прям сейчас тут и сижу, понимаете? Время... Я считаю, что этого не нужно делать. В последнее время. Вот понимаете, эти люди уже нашлись. Мне, пожалуйста, кюй отдай Курмангазы. Вот. Мне не надо вот этого. Консервативный. Нет, да, вот, отдай, он его ничего. Прошу вас, мастер. О! А! Вот, это моя любимая! А! Да! Эй! Ну, у меня ничего страшного. Выйди! Шап! Возник. Угу. Какие это самый дурацкий вопрос, который задают журналисты творческим людям, да, то есть какие творческие планы? У нас проводится собрание каждую неделю по воскресеньям. Угу. Нигерийцы встречаются, отец мой председатель этого сообщества, и рассказывает о своих делах. Так как он самый долгожитель здесь в Алма-Ате, получается, он поддерживает, старается друг другу помочь, где-то трудности там, или даже отдых запланировать. Также празднуется День Африки, День независимости Нигерии здесь. И казахские тоже праздники, Курбанай тоже празднуем, выезжаем. Ну, вот сейчас новый лист, наверное, Курбанай. Да, вот, жахында Курбанай был. Тойлаймс. Тойлаймс? Намыскушишимс. Вот, и хочется... Кандай тектер дайтамс? Мол болсын. Денсаулығыңыз зор болсын. Ақ мол болсын дейміз. Ақ мол болсын. Келе жатқан мерекеміз қалай аталады? Ұлыстың ұлы күні. Не, я этот я на Новорыз как-то выучил стих на казахском языке. Вот он так, по-моему, начинается. И там идут как пожелания, там скота желают, да, что вот мол болсын, да. Ақ мол болсын. Да, ақ мол болсын, да. То есть это прямо, я помню, я... Ну, вот этот стих, я его на память не это, он как вот такой, как поздравление на Новорыз. Вот кто-то знает, знаешь его полностью? Ну-ка расскажи. Не знаешь? Нет, там она идет, ну, как стих он. Вот, и вот эти пожелания, но я, как бы, там очень сильная энергетика. То есть я вот точно помню, что там и заканчивается это, ну это же как Новый год, это обновление, да. Я Новорыз вообще очень люблю. Очень такой светлый, хороший праздник. Кстати, мы вот выходим в преддверии Новорыза, я думаю, мы на этой неделе, да, ну что тут осталось уже. Вас, дорогие наши зрители, мы поздравляем с этим праздником. И он очень добрый, очень светлый. Обычно люди на природу выезжают, но вы с коже. Обязательно, я знаю, вот всегда такой небольшой закончик, вот было бы неплохо. И вот маленькие ягненочки, там вот только вот которые народившиеся. А потом должно быть обязательно Алтыбакан, то есть чтобы вот на качелях катались. А потом обязательно должно быть, чтобы было Казахша-Куэйс.
Почему? Yes. Потому что как бы, ну, это спокон веку, как бы люди приезжали и мерились как бы силой, да, и людям было интересно. То есть, ну, он такой добрый. И вот всегда вот у меня на улыс, вот я почему Курмангазыкю попросил сыграть, да, а да, у меня почему-то вот с детства вот эта картинка, что вот какой-то праздник. Играет вот этот Адай, вот Наурыс, вот это весна, Баусаки, понимаете, Наурыс, вот это Коже, во, вообще. Я Наурыс, это мой любимый праздник, очень люблю. Да. Мен да бірекі сөз айтып кетейін, келе жатқан наурыздарыңыз құтты болсын, жаңа жыл тек қана құт береке келетін болсын, ақ мол болсын, наурыз құтты болсын. Вот, амин. Вот, хорошо. Касательно, а что вот сейчас у нас немножко проговорилось, да, вот что на литературе воспитан, да, какие вот литературные произведения, просто сейчас существует такой, я не знаю, флёр какой-то в обществе, что молодежь у нас не читает. Uh-huh. Ты вот как вот вообще с литературой? Ну, последнее прочитанное мое произведение — это Эрнест Хемингуэй «Прощай, оружие». Ну, фига мелочиться, да, вот прям так вот, да. А вообще вот какие твои любимые писатели? Молодец, прям. Ну, «Мастер и Маргарита», Булгаков, конечно, да. Тоже Булгаков. Потом Generation P. Да, 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 это есть. Этот Пелевин, я, да, если не ошибаюсь. Да, ага. Интересно. Вот. Ну, разносторонняя литература на самом деле. Допустим, зацепив книгу случайно Джека Лондона, да, я начал все его томы прям вот перечитывать, съедать. Настолько сильные, мощные персонажи. Мартина Идена читал. Мартин Иден, мозг, да. Мозг выносит вообще. Жестко. Потом вот эта вот женщина, как там, девушка, как бы. Маленькая хозяйка большого, да, дома. Да, правильно, вот такой очень крутой. Где она застрелилась в конце. Да. Да, да, да. Это... Вот такие вот рассказы. Да. Держи за Джека Лондона еще тебе отдельно. Слушай, я не узнал, что такое. О Генри читаешь? О Генри. Еще не дошел. А, ну вот человеку везет, да? Это будет для тебя такое открытие, такое наслаждение получишь. Вот для меня, как бы, из англоязычных, вот, на одном полюсе. Это Джек Лондон, это «Белые безмолвие», да. «Белый клык», там «Суровый», такой этот самый. И с другой стороны, вот у Генри это такой искрометный юмор. Вообще в каждом рассказе, как бы, идет какая-то фабула, как бы, развитие событий, и концовка всегда неожиданная. Вот до чего, как бы, этот самый. Но у Генри я просто тебе по-хорошему завидую, для тебя будет такое... наслаждение прочитать, открыть новое. А когда начинаешь с казахами на казахском языке разговаривать, как они реагируют? Потому что вот я объясню, я когда в магазин прихожу, говорю там, ну я не знаю, там, там Карлытан, да, там, ну просто здороваюсь, они, ну, продавцы, они все равно, ну, немножко удивительно смотрят, потому что, ну, да. Надо полагать, таких немного, да, да. Вот. Ну, учитывая твои, как говорится, нигерийские корни, я думаю, что когда ты начинаешь говорить на казахском, они вообще в осадок выпадают. То есть, потому что, ну, они на нас-то, в смысле, удивляются, ну, да? По-разному реакция, ну, бывает. Ну-ка, вот расскажи, как? Некоторые, конечно, большинство удивляются. Угу. Некоторые находчивые отвечают мне на английском языке. Угу. What do you want to buy, for example? Да, да. Вот, и как бы у нас такой вот обмен... Англо-русско-казахский, потом получается... Вот. Иногда, когда я учил казахский, я независимо от национальности, да, разговаривал на казахском, вот принципиально с любыми людьми, даже русскоязычные, я ему на казахском отвечаю. Но как вот и вы, Слава Неруш, тоже понимают люди. Нет, что не понимают? Ну? Нет, понимают, я много слов знаю, просто там у меня еще вот этот тумбр. Во-первых, я думаю, почему я вот бегло, допустим, не говорю на казахском сегодня. Во-первых, у меня недостаточный словарный запас. Это очевидно, да, то есть их надо еще выучить, я думаю, там штук 300. И тогда. И второе, психологический тумблер. То есть слова можно выучить, сидя дома, да, тут психология ни при чем, это надо усидчивость и просто даже не желание, а просто усидчивость. Потому что многие вот в школе. Все учили английский, да, но кто может на английском бегло говорить? Ведь, понимаете, мы же раздолбаи, то есть это относится ко всем, вне национальности. Раздолбай — это международное, я считаю, понятие, да, оно межнациональное понятие, раздолбай. Мы все учились, я окончил школу, я плохо говорил на английском языке, но потом в институте я уже довел
допилил, как говорится, вот эту штуку, и потом я уже стал беглым. Сейчас, может, чуть-чуть подзабыл, раньше говорил лучше, да? Вот. Тут то же самое и здесь. Основная проблема, мне кажется, людей, я же вот сам через это пережил. Вначале у тебя такой, ну как у меня было, я где-то 1.5-2 месяца сильно упал на казахский язык, на изучение. Потом потихоньку, раз вот этот вот могучий порыв шашкой на голову, он, ну там жизнь же, семья, там, ну мало ли что, да, как у всех. Чуть-чуть сбросилось, но потихоньку все равно что-то там я смотрю, изучаю. Потом раз, новый виток произошел. То есть нужно вот тем, кто собирается изучать любой язык, не в казахском дело, у тебя не будет вот этих блицкригов, это марафон. Вот, это год такой работы с разной динамикой, да. Как говорится, ну не можно год учить прям вообще вот. Ну это я не знаю, таких идеальных условий, по-моему, никогда не будет, да и человек не выдержит, мне так кажется. Поэтому не только к языковым изучениям относится, также и к игре, допустим, на дамбре. Если я пару дней не поиграю, я также бегло не смогу исполнить. То есть руки забывают. Каждый день по часу минимум. Ну, я знаю, что ты сейчас активно выступаешь там на мероприятиях. Расскажи немножко об этом. То есть там на концертах. Да. Недавно вот был зарегистрирован мировой рекорд по приготовлению самого большого лагмана. В мире. Так. Это происходило на улице. Надеюсь, театре. Это не ты сделал, Даниэль. Потому что это уже было бы слишком, понимаешь? Вот. Это не ты, это да, делал? Представители Гиннесса приезжали. Да, представители Гиннесса с Лондона. Не, подожди, ты какого к этому отношения имеешь? Я проводил это мероприятие. То есть вместе. Ты был как ведущий, там. Да. Все, я понял. Потому что с него останется, что он бы сейчас сказал, что я приготовил самый длинный лагман в мире, я бы уже, блин, не удивился ничего. Там более 50 поваров участвовали в этом ремесле. И потом в последующем был раздан всем гостям, всем зрителям, которые пришли поддержать это вот мероприятие. И вообще здорово получилось. Ну, то есть тебе, получается, нравится выступать на сцене как ведущим? Да. Правильно? Да, я чувствую себя комфортно. Мне нравится передавать энергию. Допустим, вот та энергетика, вот, с которой вот люди приходят, я, получается, отражаю им же. Им же только удваивая ее. Получается, вот такой вот оборот идет. И, конечно, поначалу бывали такие моменты, когда думаешь, как все будет, или качели, понимаете, думаешь, хоп, а энергетика где оно, что, как, как-то теряешься. Да, или на казахшасу легенде оно, катилер диасалатрам, брак жалғастырам. И жалғастырып кезде уже екінші бөлім бастаса, уже еркін сөйлеймін, еркін тұрам, уже чувствую энергетику, уже чувствую работу с людьми. Вот мне вот в психологическом моменте вот именно эти вещи. Әрине, ол өзі неге байланысты ғой. Адам кейбір кезде шешіліп сөйлейді, жақсы адамдарға байланысты, саған қарым-қатынастары, олардың саған қарап атқан нелері қалай. Қазақтың тойларында мынадай нәрсе бар. Үлкендер көп сөйлейтіндері бар енді. Бір сөйлеп бастағанда, өзің бала шағынан бастап, 70-дегі, солай, анау жылы, осындай болған деп, оларды қалай тоқтатып жүрсің сен? Бір мақал айта ватырмын, аз сөз алтын, көп сөз көмір деп. Не, ну а чё? Жақсы. Он сейчас сказал, көп сөз много слов, искусство. Ну вот я понимаете... Аз сөз алтын? Да. Ну, мало слов, как бы это золото и. Много слов искусства. Много слов кумер. Кумер, да. Ну, как бы все, это. Все. Да. Ну видите, я в любом случае я. Не, это, видите, я сейчас по контексту понимаю. Да, не, я его спросил, как бы любят часто как бы многословные такие тосты говорить. Да, там выходит академик и говорит, как он защищался. Да, там, да. Наверное, как в институт поступил. Да, начиная своего детства, я говорю, и так далее. Я говорю, это проблема для ведущих. Каким образом, говорю, Даниэль, останавливаешь? Он говорит, вот я привожу такую пословицу. Ну здорово, это же действует, когда человек как бы такую пословицу к месту сказать, самое главное к месту сказать. Ну, да? Смотри, и кому, она, а то там еще можно деньги потом вернуть. Вот. Ну, я что хочу сказать, получается, что все, что мне о тебе рассказывали, это более чем правда,
И я, как сказать, ну, мне сказали, вот, слушай, есть такой вот талантище. Я говорю, да блин, не может быть. Ну, я говорю, ну, убедиться же очень легко. Нужно позвать Даниэля, нужно позвать Коньке, чтобы он протестировал знания казахского языка. Вот, тебе спасибо, что пришел на интервью, Коньке, вам спасибо. И закончим уже по принципу триединства, еще какой-нибудь хорошей мелодией. Вот, и какой-нибудь, знаешь, вот, я не очень понял первую, да, вот, песню, да, то есть, но, судя по всему, она дошла словами вот до вас. И давай сейчас чуть такое еще душевное, вот, без вот этих только барабанов, вот, давай классику, пожалуйста. Я, короче, против. Ортодоксальный казах. Так точно, да, я такой, я нагрыз, мне не надо вот это, вот, ничего не надо. Вот мне. Мелодичный, может, кюй, кюнель толкана, орындаем. Нравится вам какие? Вы там слова. Давай огонь на свой вкус. Правда, хорошая энергетика идет. Я вот сейчас, ну, не обманываю, да, то есть он такой вот, он как лампочка сидит, понимаешь, и светится. То есть таких людей, кто бы, ну, дарил вот какие-то такие хорошие положительные эмоции, на самом деле у каждого человека немного. Вот, поэтому вот, я думаю, у него все хорошо будет. Ну, спать. Yes, sir.